Привет! На самом деле мне всегда сложно выкладывать такие видео, потому что я, может быть, переступаю себя. Я не считаю себя достаточно смелым человеком, но пытаюсь находить эту смелость и работать. В деле ролики могут быть разными, главное, чтобы они были полезными, потому что информации, материала всегда достаточно. Есть много интересных мыслей, которые будут давать, допустим, и мне, и вам возможность двигаться. Плюс иногда эти мысли, они не только рождаются у меня, они рождаются еще у кого-то, у людей, которые нас окружают, они делятся этой информацией, делятся, как у них это получается, то есть они немножко дальше мысли уже, и это еще получается лучше. От этого есть свой эффект. Почему? Потому что здесь ты получаешь уже какую-то уверенность, свободу в том, что ты делаешь. Так что вот такие вот моменты. Я как бы рассказал немножко, почему не выкладываю видео. Какой-то период. Иногда очень много занимает времени монтаж, но монтаж это на самом деле такая вот маленькая проблема в действительности.